Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Добрые Советы, и сегодня мы расскажем вам о 10 продуктах, которые помогут остановить старение. Рано или поздно все женщины начинают жесточайшую борьбу с морщинами. Это могут быть всевозможные антивозрастные средства или процедуры в салонах красоты. Но начинать надо не с кожи, а с того, что ты ешь. Мы подготовили для тебя список продуктов, которые помогут предотвратить проявление морщин или значительно их уменьшить. В этих 10 продуктах содержится огромное количество антиоксидантов и других полезных веществ, предотвращающих старение. Первое. Вишня, гранат и черника. Источники антиоксидантов, которые защищают коллаген от разрушения. Витамин С, который входит в состав этих продуктов, помогает коже оставаться молодой. Второе. Зеленый чай. Еще один источник антиоксидантов, который помогает в регенерации клеток кожи и должным образом поддерживает их здоровье. Третье. Морковь, персики и абрикосы. Это источник ретинола, который помогает в восстановлении эпителиальных клеток кожи. Также в состав этих продуктов входит бета-каротин. Четвертый. Помидоры. Это хороший источник ликопена, еще одного антиоксиданта. Он снижает повреждение кожи от солнечных ультрафиолетовых лучей до 30%. Пятое. Оливки и оливковое масло. Они содержат антиоксиданты и витамин Е, которые борются со свободными радикалами и предотвращают обезвоживание клеток кожи. Шестое. Йогурт и кефир. Эффективны в борьбе с покраснением и раздражением кожи. Эти продукты богаты пребиотиками. А исследования показывают, что пребиотики обладают способностью к снижению воспаления и окислительного стресса, который вызывает такие проблемы кожи, как акне и атопический дерматит, псориаз и розация. Седьмое. Орехи. Орехи очень полезны для твоей кожи. Они содержат витамин Е, который увлажняет кожу и предотвращает воспаление, что может помочь в лечении псориаза, экземы и угревой сыпи. Восьмое. Авокадо. Источник витамина Е, который очень полезен для кожи. Авокадо также имеет высокое содержание глутатиона, вещества, которое предотвращает старение, очищает печень и кожу и даже помогает в лечении рака. Девятый. Рыба. Источник омега-3 жирных кислот, которые полезны для сердца и кожи. Здоровые жиры увлажняют кожу изнутри и снаружи защищают ее от высыхания. 10. Мед. Цветочный мед не только богат антиоксидантами, но и считается антивирусным и противовоспалительным средством для кожи. Начни войну с морщинами. Употребляй эти продукты, их лечебный эффект будет намного больше, чем у некоторых суперкремов, которые рекламируют по телевизору каждый день. А на этом все. Желаем вам здоровья, делитесь полезной информацией с близкими и друзьями. До новых встреч на нашем канале!